Кириле, доброго дня. Доброго дня. От давайте побудемо такими візіонерами. Уявімо, що зараз 2029 рік, минуло вже 10 років від виборчої кампанії, коли перед людьми стояло питання або Зеленський, або Порошенко. От як ви думаєте, як згадуватимуть цю виборчу кампанію через 10 років? От що про неї говоритимуть? Ну, на моей памяти, это первая кампания с такой высокой явкой. То есть люди, чтобы поменять место голосования, все-таки проголосовать, занимали очереди. Некоторые стояли по несколько часов. Это говорит о том, что люди перестали думать, что от них ничего не зависит. Наоборот, они верят в себя и готовы нести ответственность за свой выбор. Это, на самом деле, очень большой шаг в сознании. То есть мы уходим от той парадигмы, в которой жили раньше, что там наверху лучше знают, наверху разберутся, все без нас уже решено, ничего не решено. То есть люди начинают активничать. Если эта тенденция сохранится, а мне кажется, она сохранится, то мы будем иметь совсем другие местные советы, совсем другую Верховную Раду, президента. То есть люди будут учиться. Да. Выбранные более осознанно. То есть произойдет большое обновление политикума, безусловно, за 10 лет. И этих людей уже будут выбирать не за гречку, не за то, что хороший парень, там, к которому мы привыкли за много лет, а более ответственно. То есть мы получим другое качество власти. Тобто люди голосуватимуть не эмоциями, не каким-то іншим місцем, а розумом? Ну, мне кажется, да, потому что на эмоциях ты не будешь стоять в очереди, чтобы поменять место для голосования. От дивіться, давайте поговоримо тепер про день теперішній. 19 квітня нас очікують дебати на НСК Олімпійську. Взагалі, як вам ця ідея проводити дебати на стадіоні, а не в приміщенні якоїсь студії? Я не вижу на самом деле принципиальной разницы. Просто кандидатам это обойдется немножко дороже. Ну, люди не бедные, могут себе позволить. Не вижу никаких проблем. От складається враження, що цими дебатами і взагалі цим порядком денним, який є наразі, от Володимир Зеленський нав'язав цю гру Петру Порошенку. Ну, з самого початку сложилось таке впечатлення, коли Зеленський позвав Порошенка на Олімпійський, всі були впевнені, що він від дебатів взагалі відкажеться. Це був дуже сильний ход, і я навіть думав, що Порошенко не зможе достойно на нього відповісти. Тому що варіант був безпроигрішний. Или тобі, ти президент, перше лице і кандидат, который первый раз баллотируется, навязывает тебе свои правила игры, и ты им вынужден следовать, то есть ты следуешь уже... Крылата фраза «стадион так стадион». Да. Или ты отказываешься от дебатов, проявляешь слабость, трусость и тоже проигрываешь. Ну, Порошенко ответил очень красиво «стадион так стадион». Ну, а дальше началась непонятная игра в наперстки. Там, здесь будут дебаты, не будут, будут одна сцена, две. То есть я еще... Ну, да, там еще питание жду сюрпризов. Окрім дебатів, намагалися вирішити. Тоже ситуация не очень красивая. Непонятно вообще, зачем Зеленский требовал анализа, если потом демонстративно сдал только кровь в какой-то клинике своего знакомого. То есть выглядел не лучшим образом, скажем так, не стоило этого и затевать тогда. От дивіться, двоє з кандидатів, які змагаються за найголовнішу, найвагомішу посаду в державі, упродовж двох тижнів обговорюють дві теми – аналізи і дебати. От скажіть, будь ласка, хіба такий подібний дискурс, він личить статусу кандидата в президенти? Мені здається, обговорювати можна все, що угодно, якщо це цікаво людям. По всім питанням, людям перший питання, який цікавить, це війна і ситуація на Востокі. Це перше, що, мені здається, кандидати повинні були обговорювати. Второе – ситуация в экономике. То есть ситуация в торговле, ситуация в развитии бизнеса, снижение давления на бизнес. То есть это то, что, в принципе, они должны обсуждать, это то, что интересно, это то, что я хочу услышать, что будет на Востоке и что будет с экономикой. А какие анализы у Зеленского и что там на дебатах у Порошенко, ну, это уже такое. От ми пам'ятаємо минулими вихідними, Петро Порошенко влаштував такий перформанс на НСК Олімпійський. Він фотографувався з своїми прихильниками на трибунах стадіону, намагався підтанцьовувати. От, я не знаю, це такий був образ свого хлопчика, такого, ну, якийсь такий непритаманний образ був у Петра Порошенка. Чи не намагається він якимось чином достатньо хаотично вже починати змінювати свій образ, можливо, навіть орієнтуючись на майбутню парламентську виборчу кампанію? Безусловно, я в цьому вірю. Тобто Порошенко реаліст. І він розуміє, що цей розрив він не сократить, не успіє. Тобто, якщо б був ще хоча б місяць, він внес якісь змінення, уволив ще кілька там людей, які викликають роздраження, заставил Луценко, например, в прямом эфире отчитаться по некоторым уголовным делам, которые пока не завершены, то это было бы, ну, его рейтинг, как мы видим, последние дни растет понемножку, у Зеленского падает. Но в такой короткий срок он, конечно, не успевает между первым и вторым туром погасить этот разрыв, поэтому, безусловно, он не собирается уходить из политики.
он не в том возрасте, когда украинские политики выходят на пенсию. Он, естественно, целится на парламентский. И как раз сейчас он хочет зафиксировать свой образ как главного конкурента Зеленского. Потому что, когда Зеленский начнет делать ошибки, это неизбежно, любой бы начал делать ошибки. Когда его рейтинг пойдет вверх из-за того, что, как пошел в свое время вниз рейтинг Порошенко после выборов, как у Ющенко падал рейтинг, как у Макрона, у Трампа, также у Зеленского. Всех падает рейтинг. Рейтинг пойдет после выборов вниз, потому что очень много ожиданий. Прям все ждут, что завтра мир изменится вокруг нас и исключительно для нас. Этого не произойдет, разочарование, конечно, сразу начнется. Неизбежны всякие скандалы будут с приближенными, это тоже от этого никто не застрахован. И Порошенко как раз тогда может активно собирать оппозиционные к Зеленскому голоса уже на парламентские выборы, чтобы иметь хорошую фракцию. От дивіться, чим ближче день голосування, тим частіше лунають розмови стосовно високої ймовірності проведення дострокових парламентських виборів. На вашу думку, позачергові вибори до Верховної Ради відбудуться? И чи є взагалі для цього підстави? Люди, которые стоят за Зеленским, очень хотят досрочные парламентские выборы. Именно потому, о чем мы сейчас и говорили, что рейтинг пока высокий, можно провести очень большую фракцию. Там на самом деле жутковатые рейтинги, если выборы в Верховную Раду провести сейчас. «Слуга народа» проходит очень активно, партия Медведчука проходит, то есть Бойко и компания. И, в общем, там Верховная Рада какая-то не очень украинская получается. Наполовину совсем не украинская, что в нашей ситуации очень критично. Что вы имеете на увазе, что не совсем украинская? А яка тоді Верховна Рада? Ну, то есть Рада? Это сейчас очень активно проходят люди, которые выступают за прямые переговоры с Донецком и с Луганском. То есть фактически лоббируя российскую позицию. Это фактически капитуляция. На цьому же є якесь пояснення? Конечно. Есть люди, которые отстаивают здесь геополитические интересы России. Есть кто-то отстаивает геополитические интересы европейских государств. То есть, а нам нужны политики, которые больше отстаивают украинские Але интересы. Але ж, мабуть, що і запит в суспільстві є на проходження відповідних сил, які декларують оці ідеї. І люди готові за них голосувати. Это невероятно, что после 5 лет войны и после Майдана вдруг вот проходит 5 лет, и у нас бывшая партия регионов в сумме очень даже неплохо набирает. Я не могу это объяснить. Я рад, что теперь не будут говорить спасибо жителям Донбасса, потому что пол Донбасса не голосует. То есть голосуют другие регионы. Ну, это необъяснимо, это какой-то парадокс страшный. То ли хорошая пропаганда, то ли мы действительно этого не понимаем. Но проблема в том, что распустить Верховную Раду можно только до 27 травня. Все. Иначе наступает полгода. За полгода до выборов распускать Верховную Раду нельзя. Так, а коли же инаугурация має тоді відбутися? Смотрите, у нас проходит второй тур. Считают. Пока инаугурация. Там суды, пересуды. Запросто. Потом нужно основание для распуска Верховной Рады. То есть самый простой вариант – это заявить, что там нет коалиции. И попробовать на этом основании ее распустить. Тогда выборы через 60 дней. Або если частина депутатов сведомо складывает мандат, как это было в 2007 году. Тогда это получалось, сейчас это не получится по закону. Если 150 депутатов, не мажоритарщиков, сложат мандаты, пойдут следующие по партийному списку. То есть придется обнулять списки, или чтобы они опять складывали. Ну, то есть вся эта суета, она реально в месяц не укладывается. И по большому счету мы видим, что не успевают распустить Верховную Раду. Там есть вариант, сейчас обсуждают юристы задним числом, признать, что нет коалиции. Ну, опять-таки, пока все это, так уже и придет время очередных выборов. Ну, як у 2007 році, там Ющенко знадобилося підписувати там 4 чи навіть 5 указів про дострокове припинення повноважень Верховної Ради, аби все ж таки поставити крапку у питанні проведення дочасних виборів восени 2007 року. Да, ну, в даному случае тогда все-таки у него были союзники, которые были готовы сложить мандат и обнулить список. Это блок Юлии Тимошенко, тогда, по-моему, называлась партия. Тогда это получилось, сейчас нет. Сейчас просто, мне кажется, что депутаты сами заблокируют. Не все депутаты уверены, что проходят Верховную Раду следующего созыва. То есть они могут присоединиться к коалиции опять, ради каких-то хороших обещаний, за какие-то бонусы на свои округа. Просто чтобы коалиция была, чтобы еще полгода остаться в Верховной Раде. Такие депутаты, я уверен, есть, и в критической ситуации они объединятся. Зрозуміло, Кирило, от дивіться, Володимир Зеленський обіцяв напередодні другого туру презентувати ключову п'ятірку членів своєї команди. От, на вашу думку, ми побачимо впізнавані обличчя, чи це будуть абсолютно якісь нові люди, от, на вашу думку? Пока ми маємо тільки зі слухами, з інформацією штабу діла. Тобто нам вже кілька разів показували людей, які якоби працюють на Зеленського, якщо щось реагувало нормально, він мовчав, якщо не нормально, то це опровергали. То есть, насколько можно считать новым человеком Данилюка, про которого ходят слухи, что он будет министром иностранных дел, так какая-то нелепость. Он работал в Международном валютном фонде, потом несколько лет советником Януковича по экономическим реформам, потом министром финансов. Ройсмана. И теперь он станет друг дипломатом, но так не бывает.
То есть там несколько еще персонажей называлось, ну, с прошлым. Все люди с прошлым, и не все вызывают в обществе принятие. Конечно, это ответственность президента, кого ему набирать. Я думаю, что на самом деле ключевые позиции это назначения будут даже не министра иностранных дел и не министра обороны, что а генеральный прокурор, например, СБУ. Вот, генеральный прокурор, начальник СБУ, все губернаторы, главы администрации. Но я все-таки думаю, что там будет назначать уже не столько Зеленский, сколько люди, которые стоят за ним. Потому что там все понятно, расстановка сил интересна, должности принесут свои плоды и на выборах, и для бизнеса. Поэтому я думаю, что там люди, которые стоят за Зеленским, уже более или менее знают, кто где будет. Кирило, на вашу думку, в якій атмосфері пройде день голосування 21 квітня? Все буде спокійно? Мы видим по первому туру, что все прошло достаточно спокойно. То есть это нельзя сравнить ни с 2012 годом, ни с 2010, ни, упаси бог, с 2004. То есть и люди ответственнее относятся, явка хорошая, правоохранители не играют четко на чьей-то стороне. То есть нет такого, что президент вызвал министра внутренних дел, допустим, дал ему команду, и наблюдатели оппонентов вышвыривают из избирательных участков, как я видел, это в 2012 году было. И в 2004 так и было? Там вообще да, жизнь была полная. То есть более или менее спокойно, я рассчитываю, что так спокойно и будет, потому что члены комиссии все-таки настроены друг к другу достаточно жестко. То есть когда можно хорошо сфальсифицировать выборы, когда работают в комиссии представители якобы разных партий, но между собой договариваются. Ну, допустим, это типично для Донецка. То есть одни и те же люди постоянно в избирательных комиссиях от разных партий. Вечно. Сегодня он от одной партии, через два года от другой, а человек тот же. И все они получают, в принципе, зарплату, инструкции в одном штабе и рисуют результат, какой нужно. Сейчас просто я перед первым туром говорил и перед вторым. Я не представляю, как, допустим, члены комиссии от Порошенко, которых половина, покупают вторую половину членов команды Зеленского. Сложно представить обратную ситуацию. Кто-нибудь да откажется, кто-нибудь упрется. Плюс, кроме членов комиссии, есть журналисты, есть наблюдатели, тоже от двух политических сил. И они не склонны договариваться. То есть они будут следить друг за другом, полиция будет следить за ними, прокуратура тоже не спит. Поэтому я думаю, что будут осторожничать и решительные какие-то серьезные махинации, фальсификации, акции, какие-то устрашения силовые, я думаю, этого не будет. Зрозуміло. Кирило, дякую вам за цю розмову. Кирило Сазонов, політолог, був гостем студії Політек Онлайн. Залишайтеся разом із нами і до нових зустрічей. До побачення.